прошлом году двое димитровградцев совершили одинаковое преступление с разницей в несколько месяцев. Один заманивал детей к себе домой, другой в гараж. Оба совершали действия сексуального характера. Так это звучит на языке правоохранителей. Чтобы доказать вину педофилов, пришлось провести не одну экспертизу. Проведен необходимый комплекс судебных экспертиз, в том числе сексолого-психиатрические, в ходе которого было установлено, что данные лица страдают расстройством сексуального предпочтения, педофилии. Оба получили по заслугам. В городском суде вынесен приговор. По результатам рассмотрения уголовных дел на основании представленных прокуратуры города доказательств, данные лица были признаны виновными в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних. При этом на лицо было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с добавлением наказания исправительного колонии строгого режима и назначено дополнительное наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Второму лицу было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Татьяна Баловнева, Анжелика Бровинок. «Наше время».